Курортная 2, дорогие друзья, столовая «Чайка». Давайте глянем, чего тут есть. Вообще, что-то ни разу не заходил в нее. То есть места для того, чтобы посидеть, довольно-таки много. Красиво сделано. И тут дальше раздача есть. Прям красота. О, есть менюшечка. Давайте ознакомимся, что почем стоит. Наименование продуктов. Чтобы вам было видно. А, то есть смотрите, тут вот ценники могут измениться, потому что это блюдо на июнь месяц. Здесь окрошка мясная. У нас за 91. Угу. Сухой соусы. А, соусы и приправы, прошу прощения. И вот такие вот ценники. Если что, ставьте на паузу, можете все рассмотреть. Единственное, я только не нашел, где тут у нас ценник. Больше украинский, 90. 75 рублей стоит. Вот так вот. То есть ценники там указаны. Так, в общем, глядите и пошли пробежим. То есть смотрите, как все упаковано красиво. То есть хлебушек, вилочки, если разовые. Если кто-то хочет металлический, выбор — это круто. Тарелочки берете, поднос, разнос и пошли. Соусы по ценам. И тут дополнительно все указано. Прям круто. То есть здесь стекло настолько чистое, что вы просто его не видите. То есть реально стекло. Прикольно. Здравствуйте. Не ценники смотрим, кушать не будем. Тарелочки можно разу. А можно цены смотрим? Вот можно и такую брать, и такую тарелку, да? Ну, это мы накладываем. А, все, понял. Да. Не мониторим, рассказываю просто о том, что как мониторить, мне не интересно. Ценники, огурцы, то есть колбаски жареные за 130, 100 грамм, поджар осенний 120, кухня домашняя. Отлично. Рулетки с грибами 140. Слушайте, ну очень красиво, очень аппетитно, ребят. Я говорю, прям чистота меня вообще восхищает. Бочки, овощи, блинчики. Там первые блюда стоят. И вот, смотрите, каша молочная 50, каша молочная 50. Рисовый украинский со сметаной 75, окрошка мясная 100. Суп овощный, фигурный 7, крафтовый перебор 75, суп вообще показатель 80, суп вообще домашний 70, харчо 85, солянка мясная 120. В общем, ценник вы видели, сухарики предлагают. И весь выбор, если он находится. Также есть разные вкусняшки. Допустим, трубочка за 75 можно, пирожные сохраните за соточку. То есть тут прям очень много. Точно, но сладкоежки не приходите, ребята. Прям круто. Для информирования населения, которое к нам собирается на отдых. Никаких целей больше не преследуем. Так, кафе «Американо», кафе «Фрёссо». Обзор. Я рекламой не занимаюсь, я показываю. Пришел, показал, как у вас здесь. Ничего плохого, ничего хорошего. Все как есть. Вот все по-честному. У вас хорошо? У нас хорошо. Вот все, значит... Ну, давайте нам народу побольше. Да дай бог, чтоб приезжали. Мы ж только за. Пирожочки по 60 рублей. Спасибо большое, все очень красиво, чисто, классно. Вот такая вот раздача. Переживают люди, что снимаем. Не надо переживать, надо радоваться. Слушайте, ну класс. Я впервые зашел в эту столовую. Мне на вид прям очень зашло. Дай бог, чтобы так бы и все и было.